8-0-8-2-2-3. Кто назовет мне верный ответ? Друзья мои, мне нужно, чтобы вы сосчитали, сколько раз, если написать цифру 7 от 7 до 77, повторяется эта цифра. То есть вы пишете на листке бумаги 7 и так далее, до 77. Глядишь и доберетесь до нужного ответа. Итак, друзья мои, 08-2-2-3. Мне нужен верный ответ, который вы должны назвать и оказаться, в общем, у нас здесь и сейчас. Друзья мои, все, надоел. Давайте-ка 08-2-2-3. Мне нужен первый вариант ответа, который должен быть, наверное, правильным. Так, сниму-ка я этот капюшон. О, май гад. Спокойная тишина. Друзья мои, все, если написать цифру 7 от 7 до 77, сколько раз она повторится? То есть по номеру 08-2-2-3 вы должны мне назвать число. Ладно, не хотите? Если гора не идет к Мухаммеду, Мухаммед идет к горе. Друзья мои, так, обратите внимание на задание. Вы видите? Считайте. В общем так, сколько раз число 7 повторяется от 7 до 77, если его написать подряд, сколько же раз? Пол плеча не видно будет. Давайте уж тогда вот так. Друзья мои, 1000 рублей гарантированно не сгораем. Простите, что я в халате сегодня. Серьезно, просто так вышло. Раза. Написано число 7 на экране. То есть от 7 до 77. Вот понимаете, вопрос. Число 7 от 7 до 77. Я уже вижу 3 раза, вы понимаете? Но на самом деле, надеюсь, что верного все-таки. Друзья мои. Итак, я предлагаю 1500 рублей за верный ответ. То есть вы должны набрать 08-2-2-3 в том случае, если вы сосчитали, сколько раз число 7 повторяется, если его написать от 7 до 77. Итак, друзья мои, я жду верный ответ. Вы видите вопрос на экране. Рядом со мной огроменная вот эта штуковина, которая закрывает. Все, хватит плакать. Ха! Нельзя мне спиной ходить, у меня там все завязано, перевязано. Какой кошмар творится у нас. Ладно, друзья мои, мартышки вы мои любимые. 08-2-2-3, простите, что я так вам... Друзья мои, ну кто же назовет мне верный ответ? Верный ответ, из-за которого я предлагаю. Я предлагаю 3000 рублей гарантированных денег. 3000 рублей за верный ответ. Кто назовет мне, сколько раз число 7 написать можно от 7 до 77, если просто это написать на бумажке, я не знаю, на любой бумажке, на которой вы только способны писать, если вы вообще способны писать в такой поздний час. Я, в принципе, не против, если вы возьмете ручку, встанете из кровати, вылезете. Завтра будет другая игра. 3000 гарантированных рублей, 3000 рублей. И вы знаете, вы должны посчитать, вы просто должны сосчитать немножко. Это не от 7 до 777, до 77 просто, это первая сотня. Вы понимаете, первая сотня, не вторая, не третья, не четвертая, одна сотня. То есть от 7 до 77, сколько раз встречается цифра? Последние 50 секунд! Друзья мои, 3000 рублей гарантированно. Ну конечно же, 16. Неужели это было так сложно? Вот видите, вы сразу сосчитали. Я очень рада, на самом деле, молодцы. А что мы сейчас играем? А, вы знаете, что мне сейчас сказали? Ладно, друзья мои, мне сейчас помогут притащить сюда большую штуку, которая, в принципе, должна послужить игрой, наверное, в дальнейшем. Отлично. Итак, дорогие друзья, обратите внимание, вы должны сейчас найти 4 слова.
точнее не 4, а 1. А сначала, потом второе, третье и так далее. Что есть у нас в квартире на букву С? Первый приз 30 тысяч рублей, второй приз 10 тысяч рублей, третий приз 5 тысяч рублей и четвертый 3 тысячи рублей. Друзья мои, все слова обычные, настолько простые. И, честно говоря, нет там ничего сложного. Так, ладно, это была шутка. Друзья мои, так, смотрите внимательно, ладно, все отлично. В квартире на букву С что у нас есть? Четыре слова. У нас есть четыре слова, и все они начинаются на букву С. Каждая из них обычная. Я хочу отдать вам больше денег. Хочу много ответов. Ответов много. И на самом деле много хороших ответов, верных ответов, денежных ответов. С ума сошла Саша. Простите. 30, 10, 5, 3 тысячи рублей. Забирайте поскорее. Кстати, настроение у меня отличное. Хочется мне вам денег отдать сегодня побольше. Если, друзья мои, у вас ничего нет на букву С дома, то не звоните. Алло. Алло. Здравствуйте, ваш ответ. Алло. Алло. Как? Ковер. Сковородка. Так и говорите, сковородка. Нет. Сковородка. Ничего другого. Слушайте, а в халатике неплохо смотрится. Так, друзья мои, один из этих конвертов. Я только что сделала подсказку. Я жду прямо сейчас верный ответ. Отлично, где он? Отлично, 5000. 5000 рублей ваши. Отлично, спасибо вам огромное. Сахар, оказывается, был в 5000 рублей. Итак, у нас осталось 3000, 10 и 30. Кто назовет мне очередное слово, которое будет находиться в одном из этих конвертов? Джеймс Бонд. Я сегодня похожа на бабу Дусю. Баба Дуся! Друзья мои, мне вообще нужны нон-стопом звонки. Я сегодня в таком немножечко рассеянном. Неверно, и на самом деле нужно называть мне одно всего лишь слово. Это плохо! Друзья мои, отличное настроение. Не знаю, почему, откуда оно у меня взялось. Друзья мои! Да-да-да. Друзья мои, итак, надоело, серьезно, ну хочется немножечко оживиться. Во-первых, времени мало осталось, и хотите... Алло. Пожалуйста, ваш ответ. Сода. Нет, вы, кстати, на кухню полезли все, это вы привыкли, что мы играем в соду, сою. Друзья мои, 08223, кто назовет мне очередные три слова, но мне не нужны сразу все. Мне нужно по одному прямо в прямом эфире. В квартире на букву С. 30 тысяч, 10 тысяч на букву С. 3 тысячи рублей. Прямо сейчас нужен народ. Мне нужен нон-стопом. И игроки нужны мне нон-стопом. Да, я сегодня немножечко скромная. В квартире на букву С еще осталось открытое слово. Сейчас.
друзья мои, как? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Я буду танцевать. Раз, со мной никто не общается. Редактор ушел курить. Простите, но мне сегодня не хочется вообще особо прикалываться, говорить. То есть вы прекрасно знаете, что я вам отдаю деньги. Кстати, люди, я не знаю, что с вами делать. Остановить, да? Стоп. Ну, в чем дело? Вот середина вот этого. В общем, это слово, которое я должна у вас забрать. Люди, в общем, не показывайте так близко. Будильник, старт! Друзья, в общем, 10 тысяч рублей я предлагаю. Не я стою 10 тысяч рублей. Последние секунды. У нас все сошли с ума. Будильник, стоп! Так, нужно взять все конверты, чтобы вам показать, что были обыкновенные слова там. Куда бы его еще засунуть-то? Ах! Сколько денег-то, а? Друзья мои. Итак. Один. И будильник. Алло. Да, слушаю. Говорите. Алло. Да, говорите. Саквояж. Отлично. Саквояж. Спасибо. Это был саквояж. 30 тысяч у нас было. А саксофон, кстати, отличное слово. Вы бы... Вот скажите, сложно разве это? Вот скажите, пожалуйста, это разве сложно? Салат был. У меня салат. Вообще, вот только салаты ем. Больше ничего не ем. Ладно, в общем, сегодня у нас отличное шоу. Самое интересное, наверное, было из всех, которое было. Честно говоря, у меня просто сегодня новенький редактор, и он пытался просто учиться, наверное, как вести шоу. И я попыталась ему помочь. На самом деле, он должен был делать все сам, но когда он молчал, я тоже молчала. В общем, спасибо вам огромное. С вами была я, Павлова Александра. Увидимся завтра в это же время на канале MTV. Люблю вас. Пока!